Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский. Сегодня разберемся, сколько денег можно снять с карты ВТБ, какие существуют лимиты на снятие. Ну, для того, чтобы не лазить в тарифы где-то на сайте ВТБ, хотя, в принципе, можно и так сделать, залезть на сайт ВТБ, найти свою карту, если она архивная, то залезть в раздел «Архивные», далее посмотреть тарифы по этой карте, ну и уже в разделе «Лимиты» узнать, сколько можно с этой карты снять. Гораздо более простой и надежный вариант – это посмотреть у себя в личном кабинете в ВТБ онлайн. Что мы делаем? Авторизуемся в личном кабинете, да, и слева в колонке находим тот продукт, который нас интересует. В данном случае это мультикарта ВТБ. Кликаем по ней. И дальше вот здесь есть подразделчик такой «Информация». И ниже кнопочка «Тариф». Нажимаем на нее. И вот здесь бывает, что браузер блокирует всплывающее окно, нужно разрешить всплывающие окна для ВТБ, и тогда откроется конкретно тариф по данной карте. Здесь мы быстро находим раздел «Снятие наличных» и смотрим. По данной карте в данном случае лимит на снятие наличных в день 350 тысяч рублей, в месяц 2 миллиона рублей, в банкоматах банка и банков группы ВТБ, то есть те банки, которые являются партнерами по-другому, да, без взимания вознаграждения, то есть вы эти средства снимаете без комиссии. Если в банкоматах других банков, в том числе и не российских, тогда 1% от суммы операции минимум 300 рублей, либо 6 долларов США, либо такое же количество в евро в пределах установленного лимита по карте. То есть, получается, лимит-то по сути не меняется, но если вы выбираете не те банкоматы, тогда придется отдать еще комиссию. Ну, в частности, если говорить о группе ВТБ, конкретно банкоматы, с которых можно снять без вознаграждения. Ну, я, например, снимал, кроме банкоматов ВТБ, еще в банкоматах банка «Открытие». Там тоже комиссию не взяли с меня. Так что получить информацию можно предельно просто, вот двумя способами, и способ через личный кабинет, он гораздо проще, доступнее и отнимает минимум времени. Если у вас вопросы дополнительные возникли по данной теме, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.